Волгоград ТРВ и Русфонд продолжают совместную акцию помощи детям. Сегодня она необходима Даше Селивановой. У девочки детский церебральный паралич. Ей необходим курс реабилитации в Московском институте медтехнологии. Помочь ребенку может каждый. Можно отправить любое количество смс-сообщений со словом «дети» на номер 5542. Подробности у Андрея Веселова. Даша Селиванова искренне улыбается каждый день. Сегодня верхом на коне. Девочка уверенно и ровно держит спину. Сейчас ей нужно в первую очередь укреплять мышцы позвоночника. Родители выбрали ипотерапию, упражнения на лошадях. Это полезно и весело, тем более Даша очень любит животных. Она заряжает нас огромным позитивом и энергией, чтобы мы шли дальше, как бы нам тяжело не было. Иногда, конечно, нападает немножко на нас трудности, но на нее посмотришь и хочется идти дальше с новыми силами. Даша росла и развивалась нормально, но в 9 месяцев девочка сильно заболела, почти не ела и не пила. Развитие затормозилось, а к 2 годам врачи поставили диагноз ДЦП. Благодаря своим родным и близким Даша к 7 классу уже многому научилась. Образование получает на дому, учителя дают задания и проверяют ее работы. Отличница с безумной тягой к английскому и немецкому уже успела занять призовое место в Международной олимпиаде по иностранным языкам. Кроме того, Даша любит читать. Неохотно и не смело солнце смотрит на пар. Чё за тучи прогремело, принахмурила земля. Учителя в школе ставят одаренного ребенка в пример, но развиваться Даше нужно не только умственно, но и физически. Выплат едва хватает только на ипотерапию и массаж. Родители много работают, чтобы обеспечить хорошее лечение. Отец часто выходит в ночные смены. Для этих детей самое главное успеть там за тот промежуток, пока они маленькие и мышцы у них еще молодые, успеть что-то сделать самое, ну, как можно больше, потому что все в совокупности для них важно. Две самые сложные операции уже позади. Последняя на позвоночник и обе ноги шла больше 4 часов. Чтобы укрепить мышцы и развить вестибулярный аппарат, девочке необходимо лечение в Институте медицинских технологий. Значит, мы будем снижать ее высокий тонус, который вот ограничит ее движение. Будем улучшать координацию движения, укреплять мышцы. Мы будем учить ее самостоятельно стоять и ходить. Обязательно будем работать над речью с целью улучшения ее качества. Цель вообще реабилитации таких детей – это полная социальная адаптация, то есть в том числе и обучение в школе. Помочь Даше может каждый. Стоимость лечения – 199 430 рублей. Читатели газеты «Коммерсант» и сайта rusfond.ru соберут 148 420 рублей. Не хватает 51 тысячи рублей. Для помощи Даше отправьте на короткий номер 5542 смс-сообщение со словом «Дети». Стоимость одного сообщения – 75 рублей. А владельцы айфонов и телефонов на платформе Android теперь могут перевести пожертвования через мобильное приложение. Другие способы помощи на сайте Русфонда. Андрей Веселов, Андрей Истомин, Вести, Волгоград.